Всем привет, с вами Серый, и я покажу, как распаковать кэш на Android. Первое. Качаем за архивер с PDLive или с других провайдеров. Заходим в папку Download, ну куда это записывается. Нажимаем на этот кэш, распаковать, Android, опыт, дата. Нажимаем распаковать. И ждем, пока распакуется. Вот и все, в принципе.